Дорогие друзья, всем привет! Это лагерь «Чайка», Волгоградская область. В руках у меня три браслета, а значит, в нашем лагере появились еще ребята, которые уже научились собирать кубик. И их зовут Артур, Юра и Леха. У них три энергетические энергии энергосбыта. Сейчас я их всех заряжу. Вот, стакмат про Юрка. Юрка заряжается. Артур заряжается. У Артура модная челка. И у Лехи тоже модная челка. Вот. И сейчас их задача просто собрать кубик. Не за определенное время. Конечно, интересно засечь, посмотреть, какой будет результат, потому что среди вас, пацаны, есть в потенциале тот, кто может побить рекорд лагеря. Вот. И хочется в это верить. Пока что рекорд лагеря 1 минута 4 секунды. Ну, естественно, не учитывая вот этих двух товарищей, один из которых 41. Кот, а второй снимает это видео. Вот он. У Сереги рекорд 41 секунда, у Степы рекорд 31 секунда. 36. Вчера 31 была, что ты мне рассказываешь, сам видел. Вот, 31 секунда рекорд у Степы. Но эти пацаны научились собирать кубик 2 года назад в «Шахтерской славе». А рекорд лагеря может поставить только тот, кто научился собирать кубик здесь, в «Чайке». Вот, ну что, сейчас нужны 3 желающих перемешать кубики для пацанов. Давай, иди сюда, перемешаешь Артуру, Савелий. И... Давай, Кирюха. Пацаны, перемешиваем аккуратно, так, чтобы ничего у нас не флипнулось, уголок не перевернулся. Вот, чтобы пацанам было... Это бумеранг. С одной стороны, сложно собрать кубик, а с другой стороны... Возможно. Возможно, да, собрать кубик. Мне нравится, как Степа формулирует свои мысли. Вот, браслеты у нас в этом году вот такие, похожие на провода от телефонов. Ну и у вас, ребята... Смотрите, есть 15 секунд на то, чтобы ознакомиться с кубиком. По моей команде вы должны положить кубик на коленки, а руки на таймер. И дождаться зеленой кнопки. Ой, лампочки. Это я расскажу. А. Готовы? Отлично. Руки на таймер. По команде на старт, внимание, марш. Отпускаем, начинаем сборку. На старт, внимание, марш. Давай, как же я переживал за тебя. А, давай. Поздравляю тебя. Дособирай. Да. Тебя тоже поздравляю. 2 тысячи. Это сколько? Все. А, нет, ничего. Это сколько всегда? Одна минута, все точно. Два века. Я не знаю, ты косяк. Где ты там? Вот это ты косяк заново. Угу. Поздравляю тебя. Если на соревнованиях будет подобная ошибка, это будет ДНФ, незасчитанная попытка. И у тебя не будет второго шанса ее исправить. Внимательно смотри, чтобы кубик всегда был собран. Да. Лучше долго, но собран, спасибо, чем ДНФ. Спасибо. Да, лучше долго, но собран, чем ДНФ. Ребята, аплодисменты пацанам. Поаплодируйте и их браслеты. Каким? Ему. Какие-то жидкие аплодисменты получились, ну ладно. Сам.